Иванович Дедов рассказывал о перспективах, то я готова, вот так скажем, подписаться под каждым его словом и готова идти в бой за ним, чтобы воплощать в жизнь вот эти вот самые перспективы. Что за все эти десятилетия, что я в эндокринологии, самое главное, что я изо дня в день восхищаюсь и восторгаюсь тем мигом в молодости, что я избрал именно эту специальность. Всегда у нас был большой контакт, хороший контакт с иностранными специалистами. И вот эта конференция тоже свидетельствует. Много специалистов приезжают.